Поздравляю с 8 марта. Спасибо большое. Для участковой Татьяны Букановой это утро началось не с заявления граждан, а с поздравлений от коллег. Цветы, приятные слова, хорошее настроение, в общем, обеспечено на весь день. Но все же работа есть работа. С лицами, состоящих на профилактическом учете, надзорными лицами, которые ранее отбывали срок наказания в исправительных колониях. Также можно иногда сталкиваться с лицами, не достигшего возраста 18 лет, подростками. Татьяна Буканова уже давно определилась, что хочет работать в полиции. Единственный вопрос – с кем именно. 3 года назад пришла на должность участкового. И спустя короткий промежуток времени сразу поняла, что это ее. Общение с гражданами, помощь людям. Под присмотром Букановой участок сразу из нескольких улиц. Чкалова, Завражного, профессора Никулина, МАГЭС. Плюс участие в рейдах по охране общественного порядка. Но что здесь, что по своей специальности, ей помогают коллеги. Были сложности, но у нас такой коллектив, к которому можно подойти, тебе помогут, то есть они всегда рады помочь, поддерживают, помогают, то есть за любой поддержкой, помощью к ним обращаюсь. В преддверии 8 марта сотрудники полиции сначала поздравляют женщин-коллег, а потом дарить настроение идут на улицы города. Здравствуйте. Хотели вас поздравить в преддверии 8 марта. Акция в преддверии 8 марта традиционная. Сотрудники полиции, участковые обходят свой район. Здесь цель уже скорее профилактическая. В преддверии Международного женского дня сотрудникам полиции вручаются цветы во всех районах нашего города, а также в области. Дарить дамам цветы полицейские начали заранее. В ближайшие 2 дня эта акция станет масштабней. Поздравлять женщин правоохранители будут во всех городах и селах Рязанской области.